Anybody cool? This is a rubber head. Названием «Хулахуп» мы избавляем очень плохую музыку. Yeah.
Yeah.
сегодня очень интересная публика. Сами последующие песни танцевать очень просто. Инструктаж. Левой ногой втаптывайте в пол, окурок. Оп-оп-оп-оп-оп. Второй окурок втаптывайте в пол, правой ногой. Потом втаптывайте оба окурка одновременно, потому что это вам не скидка, а твист. Гитара нормальная, они все в один автобус не поместятся. Save it.
Все, кто смотрел «Криминальное чтиво», знают, что люди делятся на две категории. Люди типа Элвис и люди типа Битлз. Это была песня для людей типа Элвис, а следующая будет для людей типа Битлз. Yeah.
body counts vision. Thank you.
Thank you.
Спасибо. Следующая песня тоже грустная, на грустную тему. Украл, выбрал тюрьму. They will hate it, say I
Yeah.
Muchas gracias. С вами снова группа с почти приличным названием Hula-Hoop. За следующую песню за исполнение полагается новая статья, так что вы нас не закладывайте. Thank you.
за исполнение следующей композиции нам пообещали кучу денег, так что лучше извините, потерпите чуть-чуть совсем. Следующий из жадности будет играться. Thank you.
надеюсь, вам эта песня понравилась. Уж нам она не нравится вообще ни разу. Yeah.
кого-то возник вопрос, почему очки лет, чтобы было понятно не только по музыке, но и по внешне. Мы видим, что мы очень интеллигентная группа. И в доказательство сейчас будет немного интеллигентной музыки. Итак, нам может Дью, Иоганн, Себастьян, Моцарт. Don't you know I need no more? I don't know that you turn upside down. Yeah.
американо. Наверное, про кофе, я не знаю. Thank you.
Спасибо! Следующая песня про мальчика Джонни, который носил бигуди, и его за это так и прозвали. Джонни Бигуди. Watch your light, my only friend, Virginia.
конечно, группа Холохоп играет в основном такую школьную, винтажную музыку. Вы, наверное, будете не против, если мы сыграем нечто молодежное такое, альтернативное такое. Thank you.
Здравствуйте, с вами опять группа с возникшим названием «Холохоп». Национальный конкурс на пейзажей «Кради доски». Yeah.
Thank you.
чуть-чуть. Yeah.
все продолжается и продолжается. Сейчас, внимание, премьера песни. Девушек, бабушек и женщин, песня в стиле тяжелый рок. Now
долго думая, чем закончить выступление, и вспомним, что начали мы его с Мизерло, помните, сцена ограбления с криминальной штивой. Вот. А закончим, ну, практически то же самое, но по-нашему, по-русски. Шарни, кому не двигаться, это налет. Покупайте обязательно наши диски. Всем приятного вечера и до свидания!